17 сентября начались выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8-го созыва. Кроме того, в Черноморском, Григорьевском и Львовском поселениях жителям предстоит выбрать еще и местных глав. Проголосовать можно в течение 3 дней – 17, 18 и 19 сентября. Избирательные участки все 3 дня работают с 8 часов утра до 8 вечера. Всего их в Северском районе 70. Выборы на нашем участке проходят в штатном режиме. Народ идет, и пожилые люди, и среднее поколение, молодежи много, наблюдатели присутствуют. Требования по профилактике коронавирусной инфекции сохраняются, поэтому каждый избиратель при входе на участок проходит термометрию, обработку рук антисептиком, получает защитную маску и только после этого направляется голосовать. По предварительным данным, на 15 часов 17 сентября проголосовало 11,77% избирателей. Принял участие в выборах и глава муниципального образования Северский район Адам Джарим. Самое главное, чтобы был мир, стабильность и благополучие. Все остальное мы сами своими руками сделали. Спасибо вам за работу и успехов.